Вы его поете, да? На теле, на врагу, а разумно. На врагу. Я знал, что вы это скажете. Я знал, что вы это скажете. Друзья, я хотел вкратце так прочитать слово, я думаю, которое вам знакомо. 1 Петра, 2 глава, с 4 стиха, по 8 включительно. Приступая к нему камню живому, человеку и отверженному, глубокому истинному, драгоценному. И сами как живые камни устоять из себя Богу духовному, священству святой, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусу Христу. И вот сказано в Писании, вот я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для неверующих драгоценный, он для верующих, простите, драгоценность, а для неверующих камень, который отверг строителя, но который сделался главой утра, камень притыкания и камень соблазна, о котором не притыкается, не покоряя слову, на что же не оставлено. Я думаю так, что это слово нам, как вам, так и нам знакомо. И я хотел обратить внимание здесь на то, что кем Петр здесь показывает Иисуса Христа. Ты снимаешь видео? Пожалуйста, не снимай.